Вот такое вот у нас место, где мы переночевали. Что-то в потемках уже показывал лягушку. Сейчас покажу нормально. Видно, что тут стоят кемперы. Вот, приезжают сюда, в смысле. Народ отдыхать. Дорога сюда только. Видно, дорога сурово. На обратном пути покажем проезд. Он забавный. Самое удивительное, что сейчас тут уже нет никого. Мы одни на берегу. Вот. Только тисы. И море. Красота, лепота. Все здорово. Ну, уже камушки. Трубы немного, уродующий берег. В советские времена кто-то, конечно, постарался. Ну что там делаете, вид, что спите? Вставайте, вставайте. Бодрое утро. Вот он придерживает скорость. Ну вот да, здесь надо аккуратно. Где мы там подкладывали-то? Вон там. Ну да, прямо, прямо, прямо. О. Прямо, прямо, да, да. Не, все, прямо, прямо, да. Адских буераков, мы отправились в сторону Демирджи. Вот она, наша Демирджи. Сейчас мы доедем до поселка Лучистая и будем пытаться найти дороги на гору и в долину привидений. Долина привидений, по слухам, платная. На гору водят экскурсии на джипах. Если это примерно так же, как было на водопаде Джур-Джур, то я думаю, что мы не поедем и, наверное, даже не пойдем, потому что идти все-таки не близко. Ну или посмотрим, может, если почти доедем, то значит дойдем остаток. Как-то так. В общем, такие наши планы. Двигаем на гору. Ну вот, мы находимся в поселке Лучистая и смотрим на долину привидений, на гору Демирджи. И, собственно, вот они, возвышающиеся пики. Долины привидений. Красота. Восхождение на эту гору 10 километров снизу. Такой вот вид. Вот замечательная долина привидений, как ее тут называют. Большие каменные столбы, возвышающиеся на много метров в высоту. Красиво. Ну ладно, до долины привидений мы доехали. Тут уже джиперы. Спросим на самом деле дядьку. Говорят, что не доедем точно. О, какая красота, смотрите, лицо прямо. Знаешь, какое-то лицо. Там Демирджи.
Лазит проел. 40 минут на пониженной передаче, но лазит. Красиво. Говорит. Красиво. Единственное, что, может быть, я машину бы все-таки в какой-то более тенек поставил. Солнце здесь будет подниматься так. Если заехать вот сюда, получится вот сюда ее поставить, например. Ага. Давай-ка я в тенек поставлю. Ну вот, лама всегда нас угощает вкусной ежевикой. Красиво. Какие тут привидения. Привидения, они, видимо, похожи, знаешь, на этих простынях. Типа. Людей с дырками вместо глаз и простынях. Вот. Укрытых. Бы сказал бы я, на что это похоже. Но тут дети. Они скрипят. Видимо, им сказали, что они сейчас поедут на Емерджи, повезут кого-нибудь. Они так обреченно. Как-то так. О, как ящерки. Где ты? Вот ты. Какое красивое чудо. Чуть. Поднимаемся к долине привидений. Ножками. Но этого нам достаточно будет. За глаза. Вершина кажется близко. На самом деле она так далеко, что можно просто усраться. Группа туристов, поднимающаяся на Демерджи. О, красивые виды. Люблю горы. Наверное, Петри. Вот это, наверное, Алушта. Следи. Чем-то похоже на грибы в долине Сатера. Но они явно больше. Куда как больше. И выше. О, какая красота! Скала, обитая плющом. И ежики со флами. Да, и как я говорил, на рационе, когда одна банка тушенки там на 15-20 человек. Вот так вот мы сюда и пёхали. Да. Но, правда, дело было весной. И еще мы проснулись как раз-таки вот перед этим восхождением, мы проснулись в палатке, и ее снегом припорошило. Было клево. Вот в таких условиях мы сюда поднимались.
красота. Красота. О, еще ящерка, смотри. Вот эта вот палочка, это ящерка. А вот эта ящерка, да. Которая кажется палочкой. Да, вот она ящерка. Красивая. Такая интересная ящерка. Вот она. Я ее вижу, вот она какая ящерка. Симпатичная, большая, хвостатая. Да, прикольно. Да, вот как забежала. Только что забежала прямо под отрицательным уклоном. Обалдеть. Если не обращать внимания, глядишь, свалят. Ну точно. Кидайте на себя камни сами. Весьма флегматичная ящерка. Да, у нас все ящерки. Ящерки Демирджи. Ох, ползла. О, какая она. Это как сейчас. Мы здесь, мы шли. Вот именно здесь. Да, да, да. Да, вот так вот цепляюсь за камни, с рюкзаками. По полной жести. Ой, елки. Ой. Облепленные плющом. Или виноградом, или даже не знаю чем. Какие-то деревья такие ползучие, смотри, Юрка. Это даже не плющ. Мы совершали этот подъем, цепляясь за все. Вот так вот, хыть, с рюкзаками, хыть. И поднимались. Ну вот, лезем по склонам отвесным. Красотища. Тимирджища. Ух ты. Бабочка, смотри. Ух ты, они забавные. Живые. Обе. Дается летать, о, полетели. Ну вот да, это вот однозначно. Все-таки что-то мне напоминает. От как ни крути, вот эта вот палка точно, ну блин. Напоминает просто вот. Оно самое. Аккуратно с краем, естественно. Близко не подходи. Наташ! Они мы. Вот наша мама сверху. Она осталась внизу. Сюда не полезла. Возможно, она и права. Вот до тех я хочу дойти, Юрка. Видишь? Если до них можно дойти. До первых пенисов. Может быть, до вторых. Так. Вот на самом деле, дальше восхождение идет вот сюда. Потом вот туда, между этими двумя скалами. А потом, когда кажется, что ты поднялся, и уже все, у горы открывается второе дыхание, она открывает вид еще на три где-то этажа выше, чем вот это место. Отсюда просто его не видно. То есть, если ты думаешь, что вот это вершина, то нет. Когда ты вот туда поднимаешься, тут начинаешь понимать масштаб бедствия всерьез. Потому что у горы там еще в два раза выше. Это треть, вот там вот где-то. Да, красота. Действительно привидение. Или долина торчащих пенисов. Вот. Красотища. О, какие палки. Торчащие из камня. Метров 20. Может даже больше. В общем, огромные. Выступающие хреновины. Вот такого действительно не увидишь нигде больше. Зрелище уникальное, по-любому. Действительно, такого я больше нигде не видел. Горы, они везде горы. Вот.
таких штук нет больше нигде. У нас в обозримом месте вот такая она долина привидений. А вот эта палка, возвышающаяся каменная глыба. Вот. Долина привидений крупным планом. Вот здесь бы, между прочим, квадрокоптер полетать. Надо в интернете на YouTube поискать. Здесь реально бы красивые кадры были. На квадрике-то. Квадрокоптер. Набрать в YouTube и все. О, какая красота. Ну теперь, по крайней мере, мы это видели собственными глазами, и будет очень интересно смотреть. Если такое набрать. Да, такие причудливые скалы. Но мухи, блин, задрали. Всего облепили. Блин, какое же тут все колючее, вообще пипец. Камень стоящий под собственным весом. Нет, действительно красота. Очень хорошая. Интересно. Маленькие камушки, вмурованные в большой. В общем, это, конечно, море бывшее, а это все отложение. Это, конечно, иловое отложение, скорее всего, с камушками. Прессованные. Когда-то здесь был океан. Вот наша мама. На этих камнях мы стояли и смотрели вниз. Вот она, красивая крепость. Знаете? Фуна называется. Фуна? Да, крепость называется Фуна. Фуна, ага. И получили... Вот ее в 15 веке построили. А существовало было такое христианское княжество Феодора. Его князья, да, они соперничали с генуэзцами. У генуэзцев была Алушта. Они построили здесь горного прохода, вот между северной и южной Демерджи. Старинный горный проход. Вот, они построили крепость. И, кстати, второй проход был. Второй проход еще справа шел ведь, через Ангарский перевал, там не было фактически дороги. Она вот с этой стороны шла. Здесь вот над Фуной. Там дальше такой тоже есть перевальчик удобный. И через него шла грунтовая дорога. Это вот в 19 веке есть. Настолько построили, что все стали понимать. Ясно, спасибо. Наташа, видишь? Иди, смотри сюда. Вижу, да, уже. Все увидишь. Ну, ящерку тоже посмотрела. Ну, видишь, как. А, видела. Ну, вот мы добрались до машины и едем дальше. Едем в крепость. Будем сейчас ее смотреть. Красота. Такие вот тут они. Достопримечательности. Местные. Вот она, крепость. Есть. Да, вот она, Демерджи. А что это за крепость-то? Фуна. 15 век. Военные учения, да. А, вот она крепость. Фуна. Сейчас будет экскурсия. Послушай. Более горные, они холодные. Еще типа не поспели. Шаг поймал ящерицу. Обалдеть. Поэтому второе правило. Фотосессия только после экскурсии. Договорились? Понятно, да. Спасибо. Видеосъемка тоже. Экскурсию снимать не дали, но сейчас увидим. Вот макет самой крепости. Возможно, так она выглядит. Точно никто не знает, так или нет. Но предположительно так. Это вот пресс для винограда. Виноград вот так вот давили раньше, обалдеть. Она. Лаванда. Так вот. Приятно пахнет.
В общем, в этой крепости был гарнизон всего 50 человек, что, конечно, мало. И они были низкорослые. Как и все в те времена, всего 1,50 м. Однако этот гарнизон, как говорят, мог держать армию численностью 1500 человек. Конечно, круто. И обойти эту крепость было никак. Маленькие комнатушки, по 24 человека. Отсюда реконструкция, осколки оригинал. За синюю тарелку можно было купить деревню. По тем временам так дорого она стоила. Победоносцы. То ли солдат сделал. В общем, нашли, сделали копию. Так непонятно, откуда взялось. А это вот старый холодильник. Вот он закапывался в землю весь. Вот, это оригинал. Он закапывался весь в землю и сверху накрывался каменной глыбой. Говорят, температура была 5-7 градусов в итоге внутри. Что удивительно. Ну, в общем, именно по количеству этих холодильников предположили, что здесь было 50 человек, которые были найдены. Тоже штурмовый арбалет. Вот уже орудие 17 века. Найдены и здесь. В общем-то, ничего особо ценного. Интересного. Точилы, бочки, кресты, камни. Да, действительно похоже на лицо. Вот это вот каменная глыба похожа на лицо. Как-то так. Нет, так наши трехлетие выдающийся полководец 11 века. Человек, который своей жизнью и смертью заслужил право быть покровителем всех военных. Здесь вот был храм. Вот здесь, в общем, был храм Феодора Стратилата. Типа охранявшего от турков, сельджуков все края. Вот здесь вот это вот треугольное заграждение, куда после взлома ворот, если штурмовали, попадали штурмующие, в общем, их забрасывали стрелами, смолами и так далее. Вот это сортир средневековый, вот, заваленный. Угадить, причем все смывалось канализации, то есть были источные воды, которые все это смывали и уносили в грибную яму. Вот, а высота, вот это вот находится, вот эта материнская плита, да, прямо на ней стоит крепость. Потому высота, вот, собственно, и говорит, что вот эта взрослых мужчин была максимум 1,50 м. Сейчас все значительно стали выше. Чего в 15 веке были. Вот как-то так выглядит вся эта крепость. Вот этот камень, собственно говоря, был заложен как бы изначально. Вот он и показывает, кому принадлежала крепость. Вот всякие три брата. А вот герб, можно сказать, Российской империи нынешней. Так он и принадлежал вот Крымскому княжеству. Вот как-то так. Да, это кошка, хищник, пожиратель ящериц. Ну все, айда. Ну вот, мы едем в сторону мраморной пещеры. Теперь мы едем уже с другой стороны. Вон Демирджи перед нами по-прежнему. Вот там вот где-то подножье. Это Демирджи будет, собственно, где была эта крепость. Вот, которая охраняла тот проход вот через те две горы. А мы сейчас вот через другие пойдем, через две горы. Это новый перевал, который был сделан относительно в 19 веке.
XIX века вот только здесь был проход между Северный Диверджик и Южный Диверджик. Там много дальше. Интересно. Здесь потому стояла крепость. Перегораживала его. Теперь мы едем вот в мраморную пещеру и, собственно, будем там любоваться красотами.